Недвижимость в Турции. Paradise Alanya. Я вас приветствую. Меня зовут Агаси. В этот раз я нашел для вас 3 плюс 1 в районе Оба. Почти можно сказать, что хорошая локация района Оба. До моря здесь максимум 222 метра и 300 сантиметров. До воды, дорогие зрители. Состоит эта квартира из 3 спален. Это первая спальня. Здесь где-то 17 минимум квадратных метров одна спальня. Квартира находится на 2 этаже. Зданию 23 лет, как минимум, так как нету лифта, но есть бассейн. Это у нас еще одна спальня. Вот такая планировка. Вот бассейн. Айда 200 лир. Кондиционер Демир Дюкюм. Ламинат в гостиной. Тут у нас кафель. Бытовая техника фирма Bosch. Санузел. Это первый санузел. Он огромный. Где-то 12 квадратных метров. Душевая часть тоже большая. Там просто помыли, загрязнять. Там у нас 2,5 квадратных метра только душевая кабинка. Тут тоже по 17. Каждая спальня по 17 квадратных метров. Три спальни. Смотрит на этот Гавайские острова. Bosch кондиционер. Тут прихожая. Второй санузел. Без душевой кабинки. Если хотите, можно здесь как-то сделать ее, поменять. Думаю, что не надо. Такая вот квартира. Здесь минимальный квадратный метр. Вместе с балконом. Вся полезная площадь. Чистовая, скажем, сколько там? 115 как минимум. Может быть и 125. Балкон огромный. Даже нет, еще по 17, ну да. 115-125, между ними. Балкон, видите, какой огромный. Во. Море в той стороне. Итак. Дорогие зрители. Цена этой квартиры 178 тысяч евро. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. WhatsApp, Telegram, Viber. Если не ответите Telegram, то WhatsApp. Не закрываем ролик. Я спущусь вниз, покажу фасад и территорию. Ставим лайки, пишем комментарии и подписываем наш канал. Квартира, еще раз говорю, подходит под ВНЖ. Вот такая дверь. Спустимся вниз. Деревянная перекладина. Вот вам ключ от квартиры. О, какая большая. Так, она висит тут. Можете прийти, открыть дверь. Территорию вы уже увидели. Рядом есть инфраструктура, маркеты и тому подобное. Очень хорошая локация в районе Тосм. Вот, совсем не старая такая, нормальная фасад у здания. Раньше качественно строили, сами понимаете.
Ой, вот отсюда к морю. Отмерил по карте Google 222 метра и 300 сантиметров. Ну, можно там 302-303 сантиметра. Я ходил оттуда пешком сюда. Так. Все. Море. Вот то здание, видите, вот там. Первая линия и море. Также хороший пляж. Кое-где есть плиты, но в основном песчаная часть района Обагёль. Всем пока-пока.